Не хлебом единым. В Александрии на горячем поймали чиновника-взяточника. В разгар рабочего дня он вышел из своего кабинета, чтобы встретиться с местным жителем, который пообещал ему дать на лапу за помощь в решении личных проблем. Було затримано посадову особу державної виконавчої служби. Вимагав та отримав від мешканця одного з міст Кіровоградської області неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень. Деньги чиновник пересчитал, положил во внутренний карман пиджака и хотел вернуться на рабочее место. Но не тут-то было. Скорее всего, он не скоро сядет в свое кресло. 28-летнего мздоимца арестовали работники управления по борьбе с организованной преступностью. Его обвиняют во взяточничестве.